«День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Зарплаты по-прежнему недовольны, но акцию протеста отменили. Почему педагоги музыкальных школ Барнаула приняли такое решение? За окнами плюс 20, но зиму никто не отменял. Где в крае по-прежнему нет отопления? Итоги сезона почти подвели. Почему для тандема Клевцов-Шубенков серебро нынешнего чемпионата мира сравнимо с золотом? Итак, решили пока не протестовать. Сегодня на площади Свободы на массовый митинг должны были выйти учителя барнаульских музыкальных школ. Их требование повысить оплату труда поддержал профсоюз края. Почему педагоги все же решили повременить с протестами и что им пообещали власти, выяснял Илья Кочетков. Александр Крутеев преподает классическую гитару в музыкальной школе. 4 дня в неделю, 2,5 ставки. В остальное время вынужден подрабатывать, ремонтирует ксероксы. На вопрос «почему?» ответ – простая арифметика. Ставка в школе сейчас у нас 6 тысяч рублей. Ее доплачивают домрота. Получается там 11 с копейками. Я просто про остальные копейки не говорю. Если я работаю, получается, на одну ставку, я получаю мрот. Если я работаю на 2 ставки, я получаю на 1000 рублей больше. Потому что, да, когда есть 1 ставка, доплачивают до мрота, а когда 2 ставки, мрот уже есть, его не доплачивают. Доплаты с 6 с небольшим тысяч домрот – это так называемые стимулирующие выплаты. Но они, уверяют педагоги, ситуацию в целом не спасает. Суммы скачут, а выплачивают их нерегулярно. Причем никто не говорил, как это работает. Сколько денег поступает в школу, мы тоже представления не имеем. То есть нам дают какие-то куски, вот, когда они дадут, когда это будет, когда не будет. Никто не предупреждает, и причем это дается с таким пафосом, что нас же еще вроде как облагодетельствовали. Не надо мне давать премии, не надо мне давать стимулирующие, вы у меня ставку поднимите. В этом году городская администрация впервые с 2013 года ставку подняла, но всего на 4 с небольшим %, чем лишь вызвала гнев преподавателей и обеспокоенность профсоюзов. Именно с этим требованием поднять базовую ставку с 6 с небольшим тысяч хотя бы до мрот планировали сегодня выйти педагоги на пикет. Пикет должен был пройти в Барнауле сегодня, вот здесь, на площади Свободы. Но работники доп. Образования и профсоюзы все-таки решили, что главное не провести сам пикет, а добиться результата. И постановили дать городским властям еще немного времени. По словам Ларисы Зориной, главного профсоюзного работника от культуры, буквально на днях провели ряд совещаний с руководством городской администрации. Сообща решили базовую ставку оплаты труда поднять до мрот, используя при этом средства, которые сейчас идут на дополнительные и нерегулярные выплаты. Мы договорились о том, что сейчас комитет по культуре и комитет по финансам города Барнаула проведут некую, ну так сказать, ревизию бюджетных средств. Тех средств, которые как бы сейчас даются от случая к случаю, возможности их включения именно в фонд оплаты труда и приведения к стабильной системе. Все расчеты городские чиновники должны завершить до конца октября. По словам Зориной, профсоюзы настаивают, чтобы оплата труда выросла уже начиная с 1 января следующего года. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком». А между тем, Барнаул занял 77-е место в рейтинге городов России по уровню зарплаты. Согласно исследованию РИА «Рейтинг», среднемесячный доход барнаульца составляет 31 тысячу рублей. При этом в Барнауле низкое соотношение зарплаты и стоимость стандартного потребительского набора. Соседний Новосибирск оказался на 37-м месте, там средняя зарплата 42 тысячи рублей. Самые большие зарплаты у жителей Москвы – 96 тысяч, Южно-Сахалинска – 90 тысяч и Салехарда – 88 тысяч рублей. Замыкает рейтинг город Шахты Ростовской области. Там средний доход составляет 26 тысяч рублей. Кстати, далеко не все жители краевой столицы согласны, что средний доход барнаульцев 31 тысяча рублей. Многие уверены, что по факту мы находимся на более печальной позиции в рейтинге зарплат. Вот что показал наш опрос. Какая в Барнауле средняя зарплата? Ой, наверное, 1015. В районе 13-15 тысяч, не больше. В среднем около 13, наверное, тысяч рублей, 15. Очень мало, от 10 максимум до 12. Максимум. Какая зарплата должна быть, чтобы ни в чем не нуждаться? Ну, 1500 в месяц. Это все время в шоколаде жить. Вот вы на какую зарплату рассчитываете? Ну, минимум сотку. Что? Минимум сотню. Я хочу музыкой заниматься.
Я уже начал заниматься музыкой. Само наводили мы ракеты на их батл-майки, да запинали половину оппонентов от акатов, а на кото это вата, а не батл, понимаешь? До меня далековато, я мясо выдаю на поле боя, по-любому ты не понял, в это бой не цитаешь, что подо баррикада на века, там я рублю одним ударом, нафига мне навигатор, добегу я до финала. Следующая тема о доходах не покидает новостные ленты уже не первый месяц. Так вот, депутаты городской думы Бийска намерены смягчить наказание коллегам, которые неправильно составили декларации. За послабление сегодня проголосовали и те, кто совсем недавно настаивал на жестких мерах. Депутаты городской думы Бийска, те, кто был замешан в декларационном скандале, пока остались на местах. Исключать из своих рядов штрафников народные избранники сегодня не стали. На голосование внесли проект ответа на протест прокурора, который, по сути, в дальнейшем даст существенные послабления. Позволит не выгонять, а просто пожурить тех депутатов, которые запутались в своих доходах и забыли указать заработанные деньги, счета в банках и многомиллионное имущество. В силу части 2 54 Конституции Российской Федерации, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Таким образом, нормы статьи 40 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации имеют обратную силу. При этом, даже несмотря на то, что речь сегодня шла о принятии поправок в муниципальное законодательство, за данное решение проголосовали далеко не все. По-прежнему на более жестких мерах воздействия настаивают депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР. По их мнению, наказывать депутатов нужно по тому законодательству, которое действовало на момент нарушения. Мы абсолютно согласны с законом, что, да, возможно, поставления нужны, то есть муниципальным депутатам, поселковым, то есть депутатам, но для будущих правонарушений. То есть поэтому наше мнение с предыдущей сессии никак не изменилось, поэтому мы будем голосовать против данного ответа прокурора. В итоге за послабление проголосовали только представители «Единой России» и КПРФ. Хотя на предыдущей сессии коммунисты были другого мнения и настаивали на исключении нарушителей. Но сейчас они были заодно с единороссами. Вопрос рассмотрен, фракции поддерживаем. Поддерживаете решение, проект решения, да? Поддерживаем проект решения. На фракции рассматривали этот вопрос, поддерживаем. Ответ на протест прокурора – это именно тот самый вопрос, из-за которого в августе было сорвано заседание городской думы Бийска. Тогда большая часть депутатов склонялись к тому, чтобы предложенный комитетом по законности и местному самоуправлению проект не поддержать и, соответственно, выдворить декларационных нарушителей. Сегодня же расклад сил изменился. А вот поменяется ли он, когда дело дойдет до конкретных персон, станет известно уже на ближайшей сессии. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. К другим темам. Алтайский край почти полностью вошел в отопительный сезон. Тепла нет лишь в некоторых пунктах трех муниципалитетов. Тем не менее, список районов, за которыми будут пристально следить этой зимой, намного больше. Три детских сада, три школы и одна больница – это все краевые объекты без отопления на сегодня, сообщил министр ЖКХ Иван Гилев. Располагаются они в Третьяковском районе, Змеиногорском, который ремонтировали прошлой зимой, и в селе Кусак Немецкого национального, где два года назад ликвидировали коммунальную аварию. Там, кстати, нам рассказали, что отопительный сезон у них еще вообще не начинался. Все село без отопления. Меняют трубы, как от сельского совета и до больницы. Вот этот промежуток полностью меняют, старые на новые. Ну, вроде быстро там делают. Но общая цифра готовности края к холодам – 97%. И в отличие от предыдущих лет, в этом сезоне специалисты отмечают короткий период запуска тепла – всего несколько дней. Правда, Минстрой отмечает, зимой будут пристальнее следить за десятком районов. И в первую очередь за Каменским, пока ему помогли с покупкой угля. Это Каменский район, а Немецкий – Хабарский, Славгород держим на контроль. Потом у нас идет Михайловский район, Змеиногорск, Третьяки. Ну, Горняк-Шипунова, сейчас вот ситуация, ну, наверное, так, Горняк-Шипунова. Вот этот такой полукруг, где наибольше, наверное, внимание для нас и проблемы для нас вызывает. Тем не менее, запас угля сформирован везде, электричество есть во всех котельных. Это лишь два из необходимых пунктов паспорта готовности к зиме. Каждый муниципалитет должен получить документ к середине ноября. Анастасия Дорога, Николай Шелко, «День с толком».
Сегодня Всемирный день архитектуры, профессиональный праздник ценителей строительных шедевров. Есть ли такие в Барнауле, мы спросили у обычных горожан и одного из известных архитекторов краевой столицы. Совпали ли мнения, сейчас узнаем. Прекрасное здание, это здание администрации губернатора и правительства. Дом, в котором я живу. Что? Ленина 80, Ленина 82. Почему? Ну, потому что там дом под шпилем, Ленина 78. Святая Троица, как говорили раньше. Сбербанк, который на Красноармейском, он тоже симпатичный, как комплекс. Ну, и, может быть, еще три башни на речном вокзале. Мне, в принципе, нравится архитектура внизу социалистического после Чкалова, где там есть дома такие бело-красные, каменные, ну, жилые, вот, они, в принципе, симпатичные. Который старый город на Пушкина у нас, а новый, ну, я не очень люблю. Вот, да и все, ну, да, тут старые дома, которые, университеты у нас красивые. Самое выдающееся архитектурное строение находится вот позади вас, это Алтайский технический университет. Ну, едва ли сообщество барнаульских архитекторов будет спорить с тем, что дом под шпилем – это символ Барнаула. Но и среди новых строений, по их мнению, есть выдающиеся места. На мой взгляд, это жилой дом на Социалистическом проспекте между улицей Интернациональной и Анатолия, дом с куполами, его, наверное, так называют, архитектор Волошина. Три богатыря, архитектор Золотов. После исторического серебра сегодня Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов встретились с журналистами. Почему второе место на чемпионате мира по легкой атлетике в этом сезоне для тандема Шубенков-Клевцов оказалось совсем не хуже первого? И что еще необходимо легкой атлетике региона для дальнейшего развития, расскажет Андрей Дреер. Секунды. Шубенков немного уступил американцу, но это серебро. Для него может быть важнее золота. Чемпионат мира в Катаре стал завершением важного периода в спортивной карьере Сергея. Период, в принципе, для нас качественно новый. Это вот этот опыт восстановления, опыт возвращения после травмы. И понятно, что от того, как пройдет этот чемпионат, мы, соответственно, уже строим свое понимание, оно у нас получилось или не получилось. Но я считаю, что в принципе получилось. Получилось. После лечения, нескольких пропущенных стартов и восстановления. Последствием падения в Марокко был инфекционный бурсит на правом колене. Тренер барьериста Сергей Клевцов поражен тем, что виновника травмы Амара Маклауда до сих пор не наказали. Ведь это он упал на Шубенкова, и это для ямайца норма. Ведь тот, по словам Клевцова, собирает соперников словно кегли. Мое отношение к его технике, ну, посмотрите, примерно, сколько в этом году, 4 спортивных соревнования разных, да, плюс травмы суда, плюс если брать чуть-чуть ретроспективу в Париже, как он хватал тебя тогда за руку, чтобы ты не... Ну, то еще год назад. Ну, как кажется, это же было. Я с нашим менеджером обсудил вопрос, и на все следующие соревнования, то есть имеется в виду следующий год, как минимум, в контракте на участие Шубенкова в Diamond League есть пункт, как минимум, через дорожку с Маклеодом. Сейчас, когда наш земляк вернулся к нормальному тренировочному режиму, встал вопрос, а где тренироваться? На пресс-конференции вспомнили и про строительство нового манежа. На готовящемся форуме «Россия. Спортивная держава» министр спорта Алтайского края будет встречаться с потенциальными инвесторами. Но Сергей Клевцов напомнил, что пока новая площадка не появится, нельзя забывать и про манеж политеха. Ведь его руководство вуза обещало сохранить и, конечно, восстановить разбитое покрытие. Я не понимаю. Мы этот вопрос решили или мы его не решили? Или мы сделали вид, что мы его решили, но на самом деле мы его не решили. И я в этом плохо разбираюсь, если не сказать больше, не разбираюсь вовсе. Но положить там новое покрытие, и чтобы до тех пор, пока не будет построен манеж вот по этим программам, о которых Антон Михайлович сказал, этот манеж оставить вот в том виде, в котором он и есть. Только лучше. А Сергея Шубенкова уже в конце октября ждут на всемирные военные игры в Китае. Не за горами Олимпиада. Теперь главное, чтобы Маклауд по соседней дорожке не бегал. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком. На сегодня это все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза — компания «Эвалар». Смотрите нас также на YouTube и в социальных сетях. Смотрите и подписывайтесь. До встречи.